рулоны ткани, иголки и нитки, журналы, выкройки, моды, открытки. Набросок сделан, эскиз утвержден, и в мире моды есть новый фасон. Манжеты, выточки, петли, воланы, на брюки сбоку пришиты карманы, костюм для спорта и фрак на концерт, а вот для выхода целый комплект. Выходы, слава, улыбки, овации, шквалы, фотографы, вспышки, модели, подиум, модный показ, и вот звезда. Путаница. У зайчонка скок собрались друзья, весело и шумно идет игра. Прячется волчонок с цыпленком Пи, а котенок Мур должен их найти. Я ищу, тут и там я посмотрю. Вдруг зима из окна хлопья снега занесла. Давайте играть в снежки! Какая замечательная идея! Вперед, друзья! Одеваться и на улицу! Ой, кажется, это не мой шарф. Какая путаница получилась! Играть в снежки – это так весело! Только как же найти теперь свои рукавицы, шапку и шарф? Зайчонок Скок, что же делать? Пятняшки, кисти, несите и клей. За стол рабочий садимся скорей. В вещах порядок мы вмиг наведем. Друзьям зайчонка одежду вернем. Зайчонок Скок! Зайчонок Скок! Взял клей и кисти, вперед, дружок! Как же хорошо зайчонок Скок придумал. За работу, друзья! Наступили холода, одеваться всем пора. Есть одежда для зимы, в ней морозы не страшны. Рукавицы, сапоги, шапка, куртка, шарф, штаны, кофта, свитер и носки. Вот одежда для зимы. Скорее посмотри, там
одежда для зимы. Рукавицы, сапоги, шапка, куртка, шарф, штаны, кофта, свитер и носки. Вот одежда для зимы. Если холодно вокруг, нам одежда верный друг. Знают даже малыши, есть одежда для зимы. Рукавицы, сапоги, шапка, куртка, шарф, штаны, кофта, свитер и носки. Вот одежда для зимы. Вот и путаница распуталась. А теперь можно и на улицу играть в снежки. Мы на улицу пойдем, мы морозу подмигнем. Можно нам играть в снежки, есть одежда для зимы. Рукавицы, сапоги, шапка, куртка, шарф, штаны, кофта, свитер и носки. Вот одежда для зимы. Уже наступил вечер, значит, всем пора умываться и ложиться спать. Ночь, как зайчику пришла, шум подальше прогнала, тишиною зазвенела, лишь тихонечко напела. Зайчик, погремушек, пустышку и, кажется, все. Магазин, магазин, полон красок и витрин. Тут кассиры, продавцы, тут сбываются мечты. Одежда. В магазине мы ходили, ходили, ходили. Что же мы с тобой купили? Купили, купили шарф, сапожки, свитер, а что же еще? Шапку, куртку, рукавицы, и, кажется, все. Магазин, магазин, полон красок и витрин. Тут кассиры, продавцы, тут сбываются мечты.
для спорта. В магазине мы ходили, ходили, ходили. Что же мы с тобой купили? Купили, купили мяч зеленый, кеды. А что же еще? Обруч, две гантели. И кажется, все. Подошел к концу и оставил много впечатлений. Чтобы узнать, когда выйдет новая серия. И не забудь нажать пальчик вверх, тогда я пойму, что тебе понравилось.